Ликино Дулевской школе номер 4 идут работы по подготовке к усилению оконных и дверных проемов. Параллельно готовят к монтажу металлические балки межэтажных перекрытий. В их покраске принимают участие студенты-практиканты Орехово-Зуевского техникума. Мы не первый раз, мы уже проходили практику. Вот, так что мы уже с этим знакомы. Мы можем еще штукатурить там, внутри здания. Почти завершен монтаж контура заземления. После того, как засыпят траншею, установят леса для выполнения работ на фасаде. Подрядная организация значительно ускорила темп работ, чтобы войти в график. Сегодня приехали, потому что этот объект мы считали проблемным. Здесь было достаточное количество рабочих. И объем работ увеличится здесь практически в два раза, потому что школа очень старая. И для того, чтобы ее привести к современному стандарту, который предъявляется к образовательным учреждениям, здесь необходимо большее количество работ и, конечно же, замена материалов. Сейчас число рабочих увеличено до 30-35 ежедневно. Добавили ночную смену 10-15 человек. Когда позволят погодные условия, приступят к замене кровли. Крыша будет меняться, но будет меняться локально частями. Соответственно, расшивать будем крышу и менять уже перекрытие, когда подготовится фронт монтажных работ. Будет меняться там в 3-4 этапа. Администрация муниципалитета находится на постоянной связи с подрядной организацией и контролирует ход работ. В конце августа в обновленной школе уже планируют провести педагогический совет. А в День знаний школа должна вновь принять своих учеников.